Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 13 сентября 2016 года. Мы с вами начинаем дневной обзор валютного рынка для эффективной торговли. Сообщение вижу. Максим, добрый день. Ну и я вас, Петр, тоже поздравляю с фунтом. Все замечательно. Добрый день, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулиген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение трех валютных пар – евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото, применяя стратегию Last Kiss, которая впервые начала транслироваться 25 сентября 2015 года, а до этого она 3 года тестировалась. Она помогает трейдеру видеть, что происходит на рынке. То есть благодаря LastKiss в ней собрана совокупность всех разных стратегий, то есть уровни, накопления, пробитие этих уровней, ну и при помощи использования инструмента линии Fibonacci мы фиксируем прибыль на уровнях Fibonacci. Я всегда говорю, что эти уровни магические. Почему? Потому что, наблюдая за свечой, вы видите, что свечка подходит к уровню и жестко слушается. Может быть, она слушается не этот уровень, а что-либо другой какой-то уровень. Но использование Fibonacci приводит вас к самому важному в трейдинге. А в трейдинге самое важное – это спокойствие. Я переключаюсь на экран. И давайте вместе обсудим, что там происходит сейчас. Окей, мы на экране. Фунтик действительно развернулся, пошел вниз. Так, подождите, чат нужно включить. Так. А, у вас просадка, да, Петр? Ну, ничего страшного. Самое главное, чтобы в просадке был стоп-лосс. Вот то же самое у меня сейчас происходит по золоту. Я сейчас все это прокомментирую. Сергею Макарову привет. Сергею с Владивостока тоже привет. Сушунцов Сергей, да? Окей, значит, Новосибирск, Владивосток на месте. Это те ребята, которые уже на протяжении многих месяцев мы вместе обсуждаем, куда идет рынок. Давайте обсудим евро-доллар. Уберем нашу Fibonacci и просто спросим, куда движется евро-доллар, по каким фигурам он движется и что вообще он, на что он намекает, да, грубо говоря. Вот такие вот две шпилечки, когда бывают на графике, раз-два, я их обычно рассматриваю и думаю, слушай, вот это вот раз-два, это тестирование какого-то уровня. Ну, и здесь видно невооруженным взглядом, что есть такой криво согнутый, по плечу 3 раза ударенный head and shoulders, то есть у него левое плечо, ему туда 3 раза ударили, потом у него такая голова, в красноармейской шапке он такая острая, видите? А по правому плечу его никто не бил. Ну, получается, что у него есть такая вот линия шеи замечательная. И вот это вот tense-tense, это уже мы тестируем head and shoulders с обратной стороны 2 раза. То есть не даем уйти евро-доллару вверх. Куда должен добежать head and shoulders? По классике он должен добежать вот до вот этого low. Давайте сделаем control. Посмотрим, был ли он там, его там не было. И как раз там стоит наш take profit. Поэтому эту сделочку я усилил. Вы видите, что я здесь добавил еще 10 лотов. То есть это вчерашний sell, единичка. Добавил еще, усилил для того, чтобы добраться по числу Fibonacci до каких-то определенных уровней. Теперь, понимая, что мы торгуем по head and shoulders, понимаем, что у нас всякие там MACD и так далее, мувинги, помогает нам понимать, что это нисходящий тренд. Вот. Усиливаем свое понимание рынка еще каким-нибудь дополнительным инструментом, к примеру, Боллинджером, да? Вот. И понимаем, что евро-доллар, не то что понимаем, а успокаиваем сами себе, что евро-доллар находится в нижней стороне Боллинджера. Вот, и, возможно, будет давить нижний усик Боллинджера еще дальше. Теперь уберем все это, все вот эти индикаторы наши замечательные, и просто спросим, где закрыть позицию. Вот, и вряд ли кто подскажет, где закрыть позицию, кроме вот такого негнущегося уровня. Спасибо, кстати, сегодня, что кто-то здесь мне подсказал секрет номер 2.
На самом деле, смотрите, без секрета номер два коридорчик выглядит вот таким образом. Называется он «Свеча в свече», и он должен быть на своем 261-м, что как раз-таки за фиолетовой линией, ну, как бы, что не есть хорошо, да? Вот. И второй коридорчик – это одноцвет с применением правила номер два, потому что здесь есть черненькая свечка. Нужно забраться на 161-м уровне со стоп-лоссом на 76-м. Там будет забираться крупная лотность, 10 лотов. Ну, а маленькая лотность побежит к своему 261-му в этом замечательном коридоре с применением правила номер 2. Вот. Усилили просто сделочку чувствительностью 161-го уровня. То есть, если мы брали первый коридорчик, то там как бы все уровни как-то в воздухе висят. Видите, бамс, бамс, что-то непонятно, что-то в воздухе висит. Значит, нужно искать следующий коридор, который сейчас работает. А вот он, этот коридорчик. Здесь воздушное касание отсутствует. Здесь есть просто 161 пипсовка. Пипсовка — замечательное дело. Почему? Потому что оно наращивает капитал. И я думаю, что пипсовщики тоже пользуются данной стратегией для того, чтобы 161 использовать для закрытия коротких позиций. Итак, я оставляю эту сделочку, потому что бая здесь нету, есть sell, есть недоработанный head and shoulders кривой с левым покорябанным плечом, который должен добраться до минимума по классике. Там стоит крупная лотность, закроется. Если крупная лотность закроется, то маленькой лотности стоп-лосс он на психологию не влияет никак. А надежда на то, что мы пробьем фиолетовый и доберемся до 261, остается. Почему? Потому что евро-доллар каждый следующий хай ниже предыдущего хая. И нам требуется пробитие лоу вот этого. Что мы сейчас ждем от евро-доллара? Мы хотим видеть пробитие лоу, и в этот момент как раз будет закрытие 161 уровня. К евро-доллару еще вернемся. Давайте одним глазом смотрим на евро-доллар. Четырехчасовка. Четырехчасовка открывает вакансию в sell. То есть, если до этого четырехчасовка сомневалась, то сейчас мы находимся ниже сотого уровня. Если мы закроемся в очередной раз, то есть надежда у четырехчасовщиков добраться до 161, до 261. Там по дороге как раз стоят наши часовые тейк-профиты. То есть сейчас что хорошо? Младший брат, часовка, собрался идти вниз. Его поддерживает старший брат, который на 4 года его старше. У вас есть такой брат, который на 4 года старше? Вот если он вас поддерживает, это намного приятнее, нежели когда он вас не поддерживает. Егор, добрый день. Вот, поэтому четырехчасовка поддерживает. А где же наш самый старший брат? Дневка. Дневка. Подождите, это дневка? Нет, это не дневка. Где дневка? Дневка. Дневка пропала. Все пропало, шеф. Дневка пропала. Сейчас было просто занятие, поэтому я дневочку, такую красивую разрисованную дневочку, куда-то девал. Давайте посмотрим, что там на дневке происходит. А, вот, смотрите. Пока часовка поддерживает там... Вот эту не буду портить. Файл, новый график, евро-доллар, дневка. Вот. Часовка поддерживается четырехчасовкой. Здесь в этот момент назревает такое событие, что если евро-доллар пойдет к нашему тейк-профиту, то и самый старший брат будет говорить, что он согласен будет лететь вниз по числу Фибоначчи. Почему? Потому что в этом, в этой трехволновке, грубо говоря, раз, два, три, есть одноцвет. Уже чувствовали мы основание этого одноцвета. Вот. Если мы пойдем к лозам на пробитие сотки, то дневка будет просто сигналить и трезвонить. Давайте, давайте лететь вниз, будет говорить она. Окей, следующая валютная пара — фунт-доллар. Фунт-доллар замечательно отпипсовался, не дал возможности байщикам по некрасивому коридору уйти вверх, а все-таки работает вчерашний наш коридор. Без снесения стоп-лосса, с замечательной добавкой в районе сотого уровня. Вот, стремиться к своему 261-му по тому коридорчику, где он еще не был на 261-м. То есть вопрос задаем обычный. Кто самый высокий парень по часовке по фунту-доллару без касания верха? Пожалуйста, белый-белый, он самый высокий. Он уходил к лозам выше вот этого хая? Да, уходил. У него здесь не было касания? Нет, не было. Хай 441, на самом деле, первый хай 443. Красивый коридор, да. Чувствует соточку? Чувствует соточку. Чувствует 161 с обратной стороны? Да. Значит,
имеет шанс добраться до 261-го. Как выглядел утренний коридорчик Валет, который сопротивлялся селу? То есть утренний коридорчик Валет выглядел вот таким образом, и всю его красоту портило касание низа. У фунта был тейк-профит вот в этом коридоре, его мы рассматривать с вами не стали, потому что этот тейк-профит был без меня, по крайней мере. То есть это был выход, стоп-лосс, выход и четкая отдача 261-го по самому рейтинговому коридору, самый низкий парень, одноцветный, без касания низа, вырывается и достигает своего 261-го. Окей. После этого к бою приступает его брат, который называется одноцвет с касанием низа. И в рейтинге он теряет сразу несколько баллов. Все. Бумс, он не имеет надежности. Как раз таки, что и произошло. Выход наблюдался, мы в 5 утра находились вот в этом промежутке времени. Да, был сигнал бай. Но он был слабее, чем вот этот, потому что здесь не было касания верха, а здесь было касание низа. Ну и он, соответственно, проиграл. Мы же всегда примерно догадываемся, когда борцы выходят на поле, ну, примерно кто сильнее, кто слабее. То есть, если у одного лямочка порванная на майке, ну, значит, он уже будет переживать за эту лямочку и постоянно думать про нее. Тут поэтому вот у этого борца одна лямка была порвана сегодня с утра, и он как бы здесь сказал: ой, ребята, я пойду зашивать лямочку, все. И пошел, стопом закрылся. И в этот момент, что самое главное, когда стопом закрывается вот здесь возрастает настроение у медведей, которые со вчерашнего дня еще и вот здесь добавились, сидели в полустрахе, думали, пойдет или не пойдет. Выглядело это вот таким образом. Раз, два, три, добавочка на сотки и закрытие на 161 уровне. Этот момент, я думаю, что вы не упустили и отпипсовались. Если кто-то помнит, утром там была усиленная лотность по фунту, она закрылась просто вот здесь, вот 842, 809. Хотел поставить 839, а на глаз вытянул 842. На самом деле 839 нужно было закрывать здесь добавочку. И еще появилась возможность вот здесь, если аккуратно торговать, добавить лот, который вот заменит вот этот невыгодный. Это наш вчерашний сел, он стоит совсем где-то низко. Во время этого похода нужно было добавить еще одну, ну, небольшую лотность. А вот этот лот нужно сейчас просто ликвидировать вот таким образом. То есть с прибылью в один пункт его нужно просто убрать. И тогда картина станет просто красивая. Та же самая небольшая лотность, но идет с достаточно высокого расстояния и с хорошей рентабельностью. 30 пунктов в стопе и 140 пунктов в тейке. А этот пункт просто хладнокровно ликвидирует с прибылью в один пункт. Это опять-таки психология. То есть, ну, грубо говоря, не дожидаться, чтобы два лота шли. Потому что если он опять вот в этом пространстве застрянет, к примеру, то это будет в прибыли, а это будет в убытке, и будет такая, такое неприятное настроение. Поэтому бах, ликвидируем, потому что здесь есть на что положиться. Давай, фунтик, как обычно мы делаем на дневных семинарах, помолимся за тебя и скажем: дойди до своего 261-го, закрой и докажи нам, трейдерам, которые верят в LastKeys, что 261-й в природе существует. Окей, тема бая закрылась. Последнее, зачем я обычно наблюдаю, то есть у меня несколько экранов, то есть вот эта тема бая, она уже закрылась, смотрите, бамс, потому что нет 7.6. И последнее, что, что меня радует, это то, что закрылась только что тема и самого нижнего, то есть касание 7.6 в данный момент происходит и говорит: ребята, даже если здесь куда-то вы мечтали уходить на 423, такой возможности уже нету. Такой возможности уже нет. То есть нужно, чтобы он прям пробил этот уровень. Если он пробьет, то sell, тема закрывается. Просто закрывается и все. Для кого? Для вот этого одноцвета. А ниже этого одноцвета кто-то есть? Да нет, ниже этого одноцвета никого нет. А, ну значит все. Это последний охранник, который сейчас бережет просторы sell, вернее buy. Ну и все. Этого охранника мы уже прокололи мечом прямо в сердце. Окей, разобрались. Додерживаем сделочку. Я думаю, что сельщики медведи сейчас есть на рынке. И будем закрываться на 31.79. Ну, значит, 83 где-то будем закрываться. 31.83 будем закрываться. Окей. Следующая валютная пара — золото. Не идет в ту сторону, куда нужно идти.
Точно так же, как у Петра фунт не идет в его сторону, а у нас золото не идет в ту сторону. Ну, нельзя было по-другому действовать. Со вчерашнего дня мы с вами наблюдали, что этот Ласкис уже отдал все, что нужно отдать. То есть он уже не играет, он вне игры этот отдал. А вот этот, до него очередь пока что еще не дошла. Вот до вот этого Ласкиса не дошла очередь. Значит, у нас не было селов, то есть как бы, а мы со вчерашнего дня наблюдали за баями. Баи у нас выглядели вот такие. Сначала мы здесь его вытянули, нету клоза. Потом была перепоцеловка. Нету клоза. Ну, я утром уже показывал, как это выглядело. Потом была перепоцеловка, нету клоза. Опять-таки, вот он, егошний клоз. И потом была перепоцеловка, и вот он, наконец-таки, клоз выше сотого уровня. Поэтому у меня стоит сейчас там 76, большая лотность на 161, маленькая на 261. Если он снесет 76, то, опять-таки, сел заходить негде пока что, а бая, значит, не случилось. Почему сел заходить негде? Потому что, вообще-то будет где? Вот здесь будем заходить сел. Одноцвет, одноцвет, одноцвет. Вот так вот. Будем заходить по соточке и пытаться хотя бы видеть 161. Потому что коридор большой. Обычно в таких коридорах мы не участвуем. 260 пунктов в коридоре. 260 пунктов. Так, звук есть, звук есть. Все хорошо. Завис немножко. Ну, отвиснем сейчас. Так, резюме. Ну, давайте на 4 часовке посмотрим. Резюме. Евро-доллар открыл вакансию в sell и будет двигаться по своим уровням. Фунт-доллар открыл вакансию в sell и будет двигаться по своим уровням. По 4 часовке. Я, ну, как бы наблюдаю, да? А золото по 4 часовке выглядит вот таким образом. То есть ему еще до открытия вакансии, ну, немножко нужно постараться. Постараться немножко. Ага. Все, хорошо. Нефть. Движется у нас, смотрите, фиолетовую пробили, одновременно пробили 4-часовой last kiss, оттестировали с обратной стороны, уже были на 161, да, были. Ну, стремимся на 45.07. Но мы торгуем по нефти условно. Ну, я лично не торгую по нефти. Потому что мне не нравится, что, ну, как бы, что ее нужно ждать, что она в обед включится, а утром она не работает, там, к примеру. Ну, потом эти фьючерсы меняются каждый месяц, ну, как бы неинтересно. Стандарт есть стандарт. То есть свет включил, горит, свет выключил, не горит. Это намного интереснее. Ну и российский рубль, пара доллара российский рубль отработал лоски сверх. Об этом был комментарий. То есть кто был самый низкий парень, выпрыгнул и отработал 261 без касания 76. Ну а после этого сразу рисует пока картину такую. Ну, вот такую. Вот такую пока. Но почему-то она как бы смотрит в ту же сторону, куда и нефть. Такого быть не должно, поэтому скоро кто-то подравняется. Либо нефть развернется в другую сторону, либо пара доллар-рубль покажет какие-то новые коридорчики. Евро-доллар дневка. Стоп, а что у нас с дневкой произошло? А, это не дневка, это не дневка. Это та же, смотрите, я линии шеи нарисовал. Евро-доллар линия шеи два раза оттестировалась, должна быть здесь. Ну, по теории этого чего, рисования, да, и черчения, должна быть здесь, там стоит наш тейк-профит. Окей. Фунт-доллар, смотрите, как он пробил линию шеи. То есть линию шеи пробил, оттестировал и сходил вот на свои минимумы. Сходил. Ну, то есть выглядит это вот таким образом. Кто торгует по head and shoulders, они вот так готовятся сначала. Опа, приготовились. Пробитие теперь оттестировались, зашли, все, зашли. Где закрыть позицию? Закрыть позицию нужно на вот этом лоу. Окей, закрываем позицию на вот этом лоу. Вот, далее что мы делаем? Ну, проходим сквозь take profit, возвращаемся, тестируем. Здесь немножко подкорректировать надо. Вот за вот эти беленькие прицепить, ну, как бы, чтобы красивее было. Все, и теперь задача фунтика пробить вот этот лоу. Вот этот вот беленькой, да, чтобы, ну, сказать, что вчера я пытался пробить, ну, постеснялся, а сегодня я без стеснений хочу пробить вот этот лоу. И тогда это будет нисходящий тренд, начинавшийся с трехплечного head and shoulders, отработавший все, как бы тестирует с обратной стороны. И теперь нужно просто доказать следующий лоу ниже предыдущего лоу. Если это произойдет, будет просто хорошо, потому что будут закрываться следующие поцелуи.
Из золота линия шеи выглядит таким образом, которая сегодня нас подвела. То есть, что наблюдалось по золоту? По золоту наблюдался присест, потом обновление лоу, соответственно, ну это правильная линия шеи. Далее мы встречались с вами в 5 утра, и в этот момент золото стояло вот здесь, ну, как бы пробивало фиолетовую линию, ну, как бы намекало на то, что я могу нарисовать перевернутый head and shoulders. Но пятичасовая свеча откатила и после этого как бы усилила свой нисходящий тренд. Ну, стоп-лосс стоит на месте, ну и пусть стоит. А где он стоит? Он стоит вот в этом одноцвете, ну и пусть стоит. Почему пусть стоит? Потому что пипсовка была по фунту? Да, была. Замечательная? Да, замечательно. Пипсовка будет по евро-доллару? Да, будет скоро. Ну и все. Значит, стоп-лосс золота не повлияет на психологическое состояние трейдера. Все, разобрались. Самое главное, что вы контролируете только начало часа. А все остальное время занимаетесь своими любимыми делами. Любимыми. Какими? Это не торговать, а наслаждаться жизнью. Вот, примерно вот так вот. Что нужно сделать? Нужно дождаться фунтика вот в таком красивом-красивом коридорчике. Смотрите, видите, какой красивый коридорчик. Что нужно сделать? Нужно дождаться еврика вот в таком красивом коридорчике. Ну, он не был еще на 261-м. Потому что если вы возьмете прошлые, ну, как бы ласкисы, вы понимаете, что нужно... Что? Нужно только время. Окей. Доллар-канадец. Давайте посмотрим файл. Новый чарт. Доллар-канадец. Так, доллар-канадец. Ну, посмотрим. Раз, два. Вот. Ну, спрашиваете вы легко и просто. Да? То есть у вас есть вот этот импульс, вот этот импульс. Понятно, что в нем взяты все возможные тейк-профиты и вот этот импульс. В нем тоже взяты тейк-профиты снизу, но сверху пока еще ничего не взято. Поэтому просто вот у этого импульса спрашиваем, кто самый низкий парень, если мы на часовке разглядываем, и кто самый высокий парень. И вы понимаете, что тема селла по доллар-канадцу закрыта. Почему? Потому что вы без особых усилий нашли этот коридорчик, одноцвет, с применением правила номер 2 был выход и закрытие по 7.6. То есть тема села закрылась сразу. А до этого самый рейтинговый коридор, он отдал свои тейк-профит. То есть выход был с пробитием 161 и четкое закрытие 423 в коридорчике свеча в свече. Там все нормально было. Там все закрылось. Все закрылось. Уменьшаем. С нижней стороны видно, что всем отдали. Это вот, смотрите, рейтинговый коридор. Выход с проколом 161 забрались на 423. Вытяжка была после этого. Вытяжка была. Выход забрались на 261. Ну и слава богу. И в вытяжке забрали, и в свече забрали. Теперь, кто там спрашивал про доллар канадца? Елена спрашивает про доллар канадца. Добрый день. Елена, я очень рад, что вы начали смотреть обзоры. Доллар-канадец на самом деле закрывает тему селла, открывает тему бая, но по другому принципу. Нужно добавить просто Ctrl-Y и спросить у сегодня, кто самый низкий парень был за сегодня. Все, выпрыгиваем и отдаем тейк-профит. Больше доллар-канадец никому ничего не должен. Пока никому ничего не должен. То есть, какое резюме? Доллар-канадец был в селле. Ранним утром был. Закрыл тему села? Да. В бае отдал тейк-профиты? Да, отдал тейк-профиты. Вот таким образом он отдавал бай сегодняшнего дня. Надо проверить, это черненькое. Вот так он отдавал бай сегодняшнего дня. Вот, без касания стоп-лосса, смотрите. Тестировал, вышел, не задел 7.6 и отдал 261 доллар канадца. Теперь, если какая-то сделочка открыта, а вы, Елена, скажите, что у вас buy или sell открыт, нужно просто посмотреть на 4-часовку и понимать, что 4-часовка, сейчас еще немножко сузить, понимать, что 4-часовка находится в рейнже. То есть, что такое рейндж? Рейндж – это одинаковые стороны, одинаковые волны. Смотрите, длинная волна вверх, длинная волна вниз, длинная волна вверх. То есть здесь нету коротких волн.
А что такое тренд? Это длинная, короткая, длинная, короткая, длинная, короткая, длинная. А здесь длинная, длинная, длинная. То есть сносит всех подряд. Сносит всех подряд. Поэтому, кто любит длинные волны, бая еще нету. А сел уже закрыт давным-давно вот по вот этому принципу. То есть в данный момент не вижу. Если вы что-то видите на канадце, подскажите. Не вижу пока что. Был утром сел, но он закрылся. Поэтому сидим, просто ждем. Чего ждем? Не могу понять, чего ждем. Возможно ли в рамках этого обзора ранжировать коридоры от самого рейтингового до менее рейтингового с примерами? Спасибо. В рамках этого обзора нет, как бы, ну, а на каких-то специальных семинарах можно. Ну, если, почему нет? Потому что времени не хватает на, ну, как бы, на обсуждение. А так, как бы, ну, это проходит каждый месяц, но я вам все равно, ну, как бы, всегда говорю, что самый рейтинговый коридор, в котором торгует моя бабушка, она не любит, ну, искать одноцветы, разноцветы. Она, ну, вернее, эти какие всякие там криво согнутые, выпукло вогнутые, а просто вот смотрит, кто был самый глубокий парень, и торгует вот в этом коридоре до посинения, пока не получит take profit. Если бабушка ходит синяя, значит, у нее уже там, ну, как бы, пару стоп-лоссов она поймала. Но через некоторое время смотришь, бабушка вновь стала румяной. Почему? Потому что наконец-таки, вот смотрите, стоп-лосс, выход и сразу take profit. Ну и все, сразу появляется вот здесь вот румяна. А вот здесь, естественно, синева немножко под глазами. Так, Елена говорит, что треугольник рисует. Канадец отскок от 31.50. Вот по канадцу у нас Сергей, мастер спорта, потому что, как бы, ну, любит он очень канадца. Отскок. От чего отскок? Вот отсюда отскок? Или отсюда отскок? Но это еще не отскок. То есть, ну, вот если вы вот про вот этот отскок, 31. Какой 31.50? А, ну да, ну вот отсюда будет отскок. Поэтому, как бы, да, да. А зачем мы ждем канадец, Елен? Вот, во-первых, у канадца я еще объяснил, какая ситуация. Длинная, длинная, длинная. И вот это длинное может продлиться до конца 2020 года. Длинная, 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 длинная. И в этот момент депозиты просто будут улетать. Да? Лучше найти какую-нибудь такую милую валютную пару, как доллар-иена, к примеру, которая буквально через несколько минут будет собираться идти в бай до 102.897, к примеру. Почему? Потому что касания низа нету, вверх чувствуем, раз, вверх чувствуем, два, вверх чувствуем, три, вверх чувствуем, четыре. Значит, там кто-то в эту стенку заложил арматуру. И если мы пробьем, то на радостях можем побежать вот сюда. Вам тоже спасибо, Максим, что вы с нами. Поэтому подведем резюме и будем прощаться. Фунтик пошел к нашему тейк-профиту. Он услышал наши молитвы. Евро-доллар пошел к нашим тейк-профитам. А вот у золота есть пока что надежда. Но лишь бы золото не побежало за основными валютами нашими. А так по золоту у нас бай всего лишь до 13.32. Там больше не было сигнала. Пока что не было. Если мы в вытяжку уходим, тогда, естественно, до 13.44 вытягиваемся и сидим, ждем. Молодец, фунтик. То есть, грубо говоря, мучил всех, хорошо дал возможность добавиться на сотки. Я просто, ну, поражаюсь, как есть люди, которые выжидают соточку. И они прям ставят отложенник на 33, 433. Я их поздравляю. И такие есть среди нас, да? Сейчас они слушают. У них просто стоял отложенник. Sell limit 33, 433. Я вас поздравляю. Забирайте прибыль на 31, 799. До завтра. Успешной вам американской сессии, чтобы она сработала на закрытие ваших тейк-профитов. До новых встреч. Удачи всем.